Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие наши зрители. Сегодня с вами Art Marie, прекрасный бутик для наших королев с размерами от 48 до 70, который находится в корпусе А, первый этаж, павильон 1Г82. Также у нас, смотрите, есть контакты для связи с Артемом, для заказа, для розницы и для опта. Номер телефона, и также под видео будет описание. В этом видеообзоре мы вам хотим представить красивые модельки, также как и для вечерних нарядов, также и на повседневку. Есть прекрасные, красивые платья, костюмы, нарядные, стильные. Размеры, я вам говорила, от 48 до 70. Также есть отдельно брючки, тунички. Мы вам все покажем, расскажем. Мы будем говорить оптовые цены, также для розницы. Можно написать Артему, и он вас тоже проконсультирует. И можно отправить почтой. Разные такие, ДЭК, ПЭК, все компании, все отправки мы делаем. Значит, Артем, одну секундочку, вы можете сориентировать примерно по разнице розница плюсом, примерно диапазон розница плюс там? Всегда будет индивидуально, то есть в зависимости от количества вещей купленных, от типажа модели и так далее, розница это будет индивидуальная цена. К сожалению, в данный момент я не могу сориентировать. Ну, цены нормальные, вот я вам так скажу, потому что прекрасные реально для таких моделей. Я, как вы знаете, Анечка, также осталась на своем месте, я просто своим друзьям помогаю весь этот обзор. Для этого будет Артем здесь, он будет всех как бы консультировать и отправки делать, я просто веду обзор. Поэтому, наши дорогие зрители, смотрите обзор до конца, потому что здесь реально крутые модели. И еще кое-что скажу, в основном, смотрите, хозяйка выбрала, сделала акцент на черный цвет. Почему? Потому что наши королевы в основном любят черные цвета. Например, платье, вот такая вот красивая моделька, она в черном цвете почему? Потому что у нас размеры тут 52 по 60, да? 52 по 58, да, они слегка идут плюсиком, естественно, но очень красиво, нарядно, сексуально и стильно смотрится в черном цвете. Согласитесь, как бы, ну, белое, розовое немножко не туда будет. А также есть, конечно, разбавили цвета. Сейчас мы скажем, мы проведем и расскажем цену. У нас оптовые? Какая цена? 1600. Вот такая вот моделька будет оптовой. 4-5 штук в упаковке, да? 4 штуки в упаковке. Также мы вам покажем, смотрите, есть как же и вечерние, скоро у нас 8 марта, праздники, у кого-то юбилей, у кого-то день рождения. Пожалуйста, можно вот такую вот модельку, очень красивую. Амнезия, да. А-образная. Смотрите, какой интересный здесь пошив. Очень интересно смотрится. Кстати, насчет фабрики. Фабрика у хозяйки в Бишкеке, она сама индивидуально занимается этими моделями, отшивает, создает такие шедевры. Ткани турецкие. Также у нас, смотри, размер 56-62, да? Цена оптовая 1800. 1800 цена оптовая. И вот в таком цвете, красивом, черном. Покажите поближе. Здесь они пробиты. Да. Вот так вот, они не будут отлетать во время стирки. То есть, так. Прекрасная моделька подойдет, мне кажется, любой девочке. И смотрите, у кого бедра побольше, она идеально подойдет. Ну, животик, бедра, как мы говорим, королевские размеры. Покажем вот такую вот модельку, смотрите. Вот такая стильняшка тоже интересная. Смотрите, как интересно сделан низ. Здесь у нас длина 125, да? Да. Также размеры 56 по 62 размера, цена оптовая? 1700. Она есть у нас в синем цвете и вот в черном цвете. Также турецкий трикотаж. Прям видно, да, там хорошо. Рукавчик 7 восьмых. Ну, такая идеально подойдет и на повседневку, и на куда-нибудь там на выход, да, выйти. Я еще вот эту хочу показать, да. Вот такая вот красивая моделька. Она как спортшик, пчелка. Ну, мне прям понравилась она. Интересно так смотрится. Тоже 3/4 рукав. Ее, кстати, здесь есть еще кармашки, по-моему. Да. Боковые, интересные. 50 по 56 размера с капюшончиком. Можно с кроссовками и вперед. Очень удобно, ну, красиво смотрится. Цена какая у нас? 1500. 50-56. Цены оптовые. Цены оптовые. Цены чуть-чуть выше, они выше на 200 рублей. Розничные цены индивидуальные. Ну, тоже не дороже денег, как говорится. Давайте мы вам покажем, о, вот такую красивую модельку. 52 по 58. Здесь интересно, на рукавах, кстати, сеточка так сделана. Это темно-синий цвет, Шанель-воротник. И снизу тоже так сделана сеточка. Она есть в синем цвете и в черном цвете. Говорила размер, да? Да, 52-58. 52-58, 1700 оптовая цена. Прекрасно. Кстати, качество очень хорошее, в самом деле. Так, здесь, тут тоже кармашек боковой. Так, смотрите, наша королева, для наших авторитетных дам. 58-64, такая интересная моделька тоже. Девочки, так как у нас у всех вкусы разные, на самом деле,
кому-то нравится, кому-то не нравится. Кому-то, если кому-то не нравится такая модель, есть другие полностью, как бы выбор здесь огромный. Можно подобрать на любой вкус, как говорится, и цвет. Размер рассказала, цена у нас какая оптовая? 1700. Тоже, ну она такая спокойненькая, минимализм, как бы, скажем так. О, это у нас какой, 56-62, да? 56-62, смотрите, какая интересная фактура ткани. И тоже интересно сделано. Ее можно обыграть по-всякому, можно каким-то красивым аксессуаром. Также, как вы сами знаете, можно и с кроссовками носить, можно и с разной обувью. Как захочешь, так преподнесешь. Рукавчик тоже интересный, фонариком сделан. Прикольненько так. Цена? 1800 оптовая. 1800 оптовая цена, 56-62. Вот тоже, пожалуйста. 48 по 54 размер, тоже такая, как классика. Да, можно, пожалуйста. Она более такая по фигуре, смотрю, силуэтная более. Премиум эко-кожа, да, 7 восьмых рукав. И замочек такой. Но она тоже, знаете, мы не можем сейчас на кого-то одеть показать, но в любом случае они красиво смотрятся для наших оптовиков. Понятно все равно, как бы здесь точно рукав, как больше, как городская классика подходит. Цену мы говорили? Цена оптовая 1500. 1500. Если интересно посмотреть, как сидит на модели, все фотографии у нас есть в Телеграме. И ВКонтакте на нашей модели Натали делаем фотосессии мы самостоятельно, потому что отшиваем мы так. Все будет в описании под видео. Вы можете перейти на канал и посмотреть. Можно посмотреть нашу бирку Persona by Marina. Это наша бирка собственное производство. Поближе микрофон. Я думаю, меня слышали, да, наверное, там? Ну, мы сделаем поближе микрофон, чтобы тебе было слышно. Дубль, да, записываем еще раз? Давай еще раз. В общем, наша бирка Persona by Marina – это наше собственное производство. Покупайте вещи с этой биркой, будьте уверены, что это модели нашего собственного производства. Да. Так, поехали дальше. Ой. Так, 60-66. Смотрите, какие прекрасные размеры. На самом деле, 7 восьмых рукав. Я не знаю, передает по видео качество ткани, но на самом деле хорошее качество. Тоже такая скомбинированная с эко-кожей. 1700 оптовая цена, размеры мы говорили. Здесь, по-моему, тоже, да, кармашки потайные, везде, походу, есть интересные. В принципе, практически в каждой модели у нас предусмотрены кармашки, будь то туники, будь то платья. Да, смотрите, ее можно преподнести, как захотите. Также зависит от обуви. С какой обуви оденете, так же ее можно, как спортшик. И классика, и под спорт можно. Тоже красиво. Цену мы говорили? Да. Да. Платье на Зуле. Платье на Зуле, пожалуйста, 56-62. Смотрите, какая... Креативненькая, кстати, интересная. Также идет 7 восьмых рукав, слегка фонариком тоже сделаны. Кружева, гипюр, красота. Черненькая и темно-синий цвет. 1800 оптовая цена, 56-62, правильно? Ну, красивенько. Красиво. Так, у нас что еще есть? У нас еще есть платье-бабочка. Смотрите, можно и как спорт, и на повседневку, и просто куда угодно. Кроссовочки. Да, да, кроссовочки одели, 7 восьмых, скорее всего, рукав. Нет, полный рукавчик у нас тут получается. Капюшончик такой интересный. Ну и для любителей страз немножечко добавили сексуальности. И кармашки у нас получается тут. 54-60, 1700, оптовая цена. Цены, напоминаем, мы называем оптовые, для розницы тоже там, ну, да, по запросу. Так, мы показываем модельку 60-66. 60 по 66 размера. Значит, у нас, посмотрите, ее можно и как платье, можно и как туничку, как хотите, можно преподнести. Рукавчик у нас тут 7 восьмых. Шанель воротник. Тоже для любителей страз. Кому-то, может быть, что-то хочется интересненькое на себя там добавить. 1400 оптовая цена. Тут мне Артем подсказывает, потому что я просто веду обзор, показываю. Мы хотим вас порадовать, дорогие наши девочки. Так, у нас 58 и 64, 58 по 64 размера. Вот такие вот рукава тоже слегка фонариком. Здесь немножечко добавили сексуальности. Вот такая вот прелесть прелестная. Смотрите, здесь вообще в основном она такая простенькая, как бы ничего лишнего. Здесь обыграть красивой какой-нибудь фурнитурой и все, ну или аксессуаром интересным. 1600 оптовая цена. Давай, знаешь, я что хочу показать еще? Ну, давай, да, вот эти по очереди, потом те красивые яркие, чтобы немножечко разбавить с яркими показывать. Тут есть, конечно, другие цвета тоже. Но почему в основном темные, я вам говорила, почему. Так, у нас тут тоже, смотрите, такая интересненькая. 64, по-моему, 70, да? 64 по 70 размера, черненькая и темно-синяя. Так же, как я и говорила, и кроссовочки, и ботфорды, и куда, как угодно, как вам нравится. Полуреглан и 3/4 рукав. Нет, 7 восьмых получается, да. Очень удобно, кстати, девочки, обратите внимание на крой. Почему наша, ну, наша, говорю, их
И сама хозяйка почему выбрала? Она сама королева, тоже авторитетная девочка, и она прекрасно знает лекалы. Лекалы четко подходят размером. И рукава удобны. Почему? Потому что где-то животик, где-то рукава, где-то там. Все скрадывает, все красиво, прекрасно смотрится. Почему я говорю? Потому что я видела их модели, как они смотрятся на сайте. Поэтому уверенно говорю. Я еще хотела показать вот такую вот прелесть. Сейчас покажу вам прелесть прелестную. Покажем. В разных расцветках. Идемте. Чудо-чудо. Журавли? А, смотрите. Ну да, конечно, она такая весенняя коллекция. Но здесь немножечко разбавили цвета. Она очень красиво подойдет на повседневку тоже, да. И также вниз любой какой подберете. Вы делаете скриншот на своих экранах, очень удобно. Почему я так показываю, держу? Чтобы удобно было скриншотить и выбирать. 54 по 60. Вот такой вот цвет красивый. Цена у нас оптовая. 1400. Еще спинку покажу. Ну, прям, мне прям очень нравится такая интересненькая моделька. 1400 оптовая цена. Прекрасно. Размеры тоже мы говорили. Тут многое чего есть. На самом деле можно показывать до утра. Здесь и костюмы, здесь очень красивые, кстати, костюмы есть, и спортивные, и как классика, и отдельно брючки есть красивые, тунички, то есть можно выбрать и на повседневку, и на вечер. С 52 по, ой, нет, 62, это 52? С 52 по 68, прекрасные размеры, я же прям этот растерялась, ее можно и как туничку, и как платье, смотрите, она такая тоже А-образная, не сильно длинная, коленки слегка прикрыты. Также 1700 оптовая цена, размеры сказала, также слегка фонариком рукава. И кто тоже здесь, смотрите, все удобно. Я прям всегда обращаю внимание на эти места, вот прям, ну, видно, что хорошие. Также можно на выход, V-образный вырез такой. Так, показываем дальше. 52-58. Ой, какая прелесть, смотрите, спинка какая интересная, мне уже спина нравится. Тоже интересная, с 50 размера по 58, цена оптовая. 1500, тоже идут рука в 7 восьмых. Такая интересная. Я бы даже ее с кроссовками носила бы. Ну, чуть попозже. Забеременею, рожу троих детей. И... Так, давайте мы еще, знаешь, какую покажем? Вот такую вот интересную. Знаешь, она тоже красивая, имеет место быть. Вот эта вот моделечка. Сейчас. Платье нежное, 48-54. У нас там еще цвета есть. Смотрите, такая красивая, нежненькая. Но здесь можно и корпоратив, и на юбилей, на день рождения, куда-то там на выход. Кстати, очень красивый цвет. Размеры говорила, да, 48 по 54. Значит, смотрите, 1600 оптовая цена, электрик цвет, черная и темно-синяя. Она такая, значит, получается, приталенная по фигуре. Ну, как карандаш получится юбка. Ну, красивая. Чуть коленки прикроют. Цену говорили, размеры говорили. А мы вот эту красивую модель показали? Вот эту. Вот смотрите, какая прелесть еще тут интересная. Тоже интересно смотрится. Также А-образная. Кармашки у нас тоже присутствуют. Снизу добавили немножечко. Ну, прикольненько смотрится. Также ниже колена. Как хотите, так можно приподнести. Размеры у нас 56-62. Цена? 1000 рублей оптовая цена. Пожалуйста, акция. Ну, она прикольно смотрится, правда. Сейчас на весну вообще шикарно. Так, ну давайте мы вам покажем вот тогда такую прелесть. Платье, туничка, да, интересное. Даю даже как кардиган можно, знаешь, преподнести, между прочим, с брючками, с какими-то лосинами. Очень интересно смотрится. Тоже турецкий трикотаж. Размер у нас какие? 50 по 60. 1400 оптовая цена, пожалуйста. Цвет черный и такой красивый темно-синий. 7 восьмых рукав. Показали. Я, конечно, прошу прощения, где-то, если вдруг, может, что-то не то говорю, или, может быть, это, теряюсь... Стараемся как можем, потому что вести обзор тоже, хотя я вообще человек позитив, ну, где-то могу, знаете, вот не то сказать или не так выразиться. Значит, смотрите, вот такой вот тоже, можно сказать, как кардиганчик красивый, с джинсиками, с лосинами кожаными, с брючками можно. Также мы еще и свои покажем брючки красивые, которые есть. Размеры 50 по 60, полная, 1600 оптовая цена, полная ростовка. И тут еще, как понимаю, можно будет сделать 7 восьмых рукав. Вот, нашла. Тоже очень красиво смотрится с капюшончиком. Пожалуйста, турецкий трикотаж. Все сказали, да? Размеры и цену. Так, а мы еще вот, мы это платье не показали, Сингапур. Мы не показали на весну. Смотрите, какая прелесть. Но мне она понравилась, такая интересненькая. На наших девочек, на наших авторитетных дам, на наших королев. 7 восьмых рукав. Она есть в расцветочках. Сейчас Артем достанет. Мы ее сделаем, покажем вам. Тут такой марсал цвет. Красный цвет, так, чтобы вы успевали делать скриншоты, и заказывайте в черном цвете, и вот темно-синий цвет,
тоже такая А-образная, и в черном цвете. У нас длина, скорее всего, 125, длинненькая. Размеры у нас 56-62. 56 по 62, и цена 1500. Прекрасные цены, поэтому, ну это потому что напрямую, поняла. Цены прекрасные, правда, что. Ну и качество хорошее. Ну там по видео передается, да, примерно хотя бы какое качество, потому что оно правда хорошее. О, пчелка, это мне тоже понравилось, когда зашла. Смотрите, какая интересная моделька. Полуреглан, полный рукавчик, также кармашки. Она спереди покороче, сзади подлиннее. Такая вот сделана английским воротничком. Ну это мы сами, то есть они сами, да, добавили аксессуары всякие. А так она красиво смотрится. Смотрите, сзади она длиннее. Спереди покороче. Мне кажется, идеально подойдет на прекрасную нашу королеву. 54 по 60, 1700 цена оптовая. Поехали дальше. Платье гофре, пожалуйста. Пожалуйста, нет, покажем спинку, какая она интересная. Мне кажется, она идеально подойдет даже куда-то там на выход. И она, смотрите, такая без всего. Вот, кому-то нравится сразу, кому-то, я же говорю, у всех вкусы разные. Здесь можно подобрать на любой вкус. Поэтому мы не будем критиковать, ну, ничей вкус. Значит, такая моделька у нас с 52 по 60. С 52 по 58, но они с большим плюсом. С 52 по 58, они идут 6, плюсиком, 8. Плюс 6. Например, 52 можно и как на 52, как оверсайз свободно, можно на 54-56. Вот, а 58 можно на 62-64 спокойно. Цену мы не говорили? 1700 оптовая цена. Продолжаем. Смотрите, вот такая вот моделька клетка. Она слегка приталенная, тоже очень интересно смотрится. Ну, такая, 52 по 58, вот в таком цвете, и 1500 оптовая цена, и вот такое вот, можно сказать, бежевая с черной клеткой, ну, такая красивенькая, смотрите, рукавчик интересно сделан, и спинка интересная, приталенная, тут где-то разрез я видела, да, еще с разрезиком есть, цену говорила, размеры сказала. Ой, рыбка, платье рыбка, пожалуйста. Я бы сказала, русалочка! Вот такая вот прелесть интересненькая. Но она прикольно смотрится тоже. Интересный такой вот воротник сделан. Аккуратно, без всего. Как хотите, так и можно обыграть. Размеры 52 по 58. 1700 оптовая цена. Я прям как в школе, блин. Сдаю экзамены. Ну ничего, я надеюсь, вам все нравится. В любом случае, также вы можете перейти по ссылке, связаться с Артемом и также посмотреть полностью, как они смотрятся на моделях. И также заказывать. Для этого Артем работает как король с 9 утра и до 5 вечера. И до 5 вечера, пожалуйста. Связывайтесь, заказывайте. Так, у нас эта моделька 58 по 64. По 64. Смотрите, тоже такая легкая, также очень аккуратно сделана. Это больше, мне кажется, и на повседневку, и куда-то выйти. Вот три разных узора, пожалуйста. Они попробуйте поближе показать ткань. Она прикольненько смотрится. Такая легкая, но на весу, мне кажется, шикарно подойдет. Значит, у нас размеры говорила цена? 1700 оптовая цена. 52-58. Так, платье Пушкин 52 по 58 размера. Вот такая моделька, смотрите. Ну, скажем, мы показываем все с аксессуарами, но вот она как без тоже смотрится. В черном цвете здесь у нас получается бежевый. Здесь у нас получается серый цвет. Ну, такая тоже А-образная. Кстати, девочки, она очень даже подойдет. Ну, вот эти вот А-образные и беременным тоже хорошо подходит. 1200 оптовая цена. Правда, что сказка. Размеры я говорила, да? Да, все. Это показали. И знаешь, что еще хотела показать? Смотрите, вот она платье. Очень тоже красиво. Можно на манекене показать. Ну, понятно, что если видно, да? Видно на манекене там нормально? Сейчас принцесса сделает вам обзорчик вот такой вот. Смотрите. Ну, конечно, на человеке, на наших королев оно будет намного лучше смотреться, чем на манекене. Понятное дело. Здесь вот так вот красиво, смотрите, сеточка. Вот. V-образный вырез такой. Рукав у нас полный получается. Длина, скорее всего, метр, наверное. Ну, коленки прикроют точно. Можно с поясом. 110 длина, тут Артем говорит. Можно с поясом, можно без пояса. Кармашки где-то здесь есть. Можно прятать что-то. Ну и, пожалуйста, как же 50 по 56 размера, цена оптовая тоже сказка, 1400. Да? 1400, правда, что сказка, да. Так, это мы показали. А еще я, когда зашла сюда, мне очень понравился сразу, как я зашла. Ну ладно, покажу это платье. Ой, тоже красивое. А потом я вам покажу, что мне очень понравилось. Платье у нас тоже идет минимализм, смотрю, так аккуратненько, стильненько, комбинировано. Размеры у нас 58-64. 7/8 рукав, трикотаж, турецкий трикотаж, да, с комбинацией, правда, что всякой кожи, вот, пожалуйста, и кармашки, и даже разрез для сексуальности, а цена у нас 1600 оптовая цена, прекрасно.
Так, ну, продолжу, что я хотела показать. Ну, прям очень хочу показать. У меня прям руки чешутся. Прекрасный костюм с кюлотами. Ну, я его как увидела, мне прям очень понравился. Размеры, я смотрю, здесь хорошие тоже. 50 по 60, да? 50-56. 50-56, но я как поняла, они плюсиками идут здесь. Смотрите, какие здесь интересные брючки, кюлоты. И с разрезами. То есть на весну, даже если у кого-то день рождения, ему захочет быть на своем день рождения королевой, несмотря на то, что он черный цвет, это будет очень красиво смотреться. И на 8 марта, и на День влюбленных, и на праздник, и на повседневку. Кофточка такая свободная, ее даже потом можно с чем-нибудь тоже скомбинировать. И брючки на резиночке, что немаловажно, очень удобно. Пожалуйста, прям мне очень понравился. Вообще сказка. 2000 оптовая цена. Прекрасно. Ну, реально красивый костюмчик. Ну, давайте еще вот такой красивый тоже покажем вам. Тоже скомбинированный с эко-кожей. С 52 по 58 размера. Также у нас идет, получается, полный рукав или 7 восьмых. Ну, 7 восьмых, скорее всего. Тоже красиво смотрится брючками. Ну, наверное, сейчас зрители говорят, а покажи брючки. А вот, пожалуйста, и брючки. Тоже скомбинированные. Сзади у нас трикотаж, спереди эко-кожа. Тоже красиво смотрится. И вот такая, как рубашка, кофточка. Интересная. Размеры 52-58, цена 1800, оптовая цена. 1800. Прекрасные, правда, что цены. Ой, а здесь очень интересная такая фактура ткани, прикольненькая. Как лапша. Интересная. 56-62, цена оптовая. 2000 оптовая цена. Тоже вот, пожалуйста. И сексуально, и креативно, и красиво. И также покажем брючки тоже. Я же слышу, вы там просите брючки показывать. Вот, тоже на резиночке хорошо тянутся. Ой. И еще смотрите, какие интересненькие. По бокам такие интересные пуговицы. Вот такая прелесть. Я уверена, что они очень красиво садятся. Прям уверена. Ну, они как палаццо, да, идут такие расклешенные. Это мы все уже сказали. Цену. Ой, тоже интересный. С пиджаком. Спортшик, как говорится. Пожалуйста. Мне кажется, его даже с этим, с кроссовками можно, с каблуками можно. Тут у нас идет пиджак и вот такая вот футболочка. И давайте брючки тоже покажем, а потом пиджак обратно оденем. Вот так же очень удобно. Брючки с кармашками. Также спереди у нас клетка, сзади у нас просто черный цвет. И также на резинке. Так, это сюда. 52 по 58 размера. Ну, оно видно, что тянется хорошо. А цена у нас оптовая? 2200 оптовая цена. Для тройки прекрасно. Правда? Отлично. Очень даже хорошие цены. Так, я хочу, знаешь, что показать? Здесь отдельно брючки. Это прям вообще прекрасные, как джоггеры такие. И шикарные размеры, девочки. Но они вживую реально очень круто смотрятся. Я не знаю, насколько передает видео, но вживую прекрасные. И резиночка, и ткани, качество хорошее. 1200. Значит, я буду вам показывать, ну, буду повторять, да, цену. 1200 оптовая цена, размер с 50 по 60. Так что, дорогие девочки, не жалейте, преображайте свой гардеробчик. К ним мы попозже вам покажем тунички, тоже интересные здесь есть. Вот такие брючки, смотрите, более такие зауженные к низу, с кармашками. Также резинка у нас сзади, тоже хорошо. Также размеры 50 по 60, да? Повторяю, 1200 оптовая цена. Так, это у нас тоже, кстати, сексуальные брючки, как лосину, можно даже сказать. Смотрите, как здесь сделано красиво, с кружевами. Здесь можно даже красиво, я вот тут увидела и эту, я вам сразу покажу. Мы сейчас лук сразу создадим. Смотрите, какие, ну, здесь можно выбрать сразу и туничку, и, кстати, держи, я покажу ее. Ну, вторую сейчас тоже уже ты достанешь. Давай я вот так вот покажу. Смотрите, вот такая туничка, можно скомбинировать с такими вот, как лосины, можно сказать, брючки лосины. Очень красиво сочетается. Здесь как раз рукава. Значит, про туничку мы расскажем размеры. 56-62, 1300 оптовая цена. И вот такие брючки, например, 1200. Шикарно можно, вот, пожалуйста, подобрать лук. И также еще вот там тоже туничка. Давайте мы ее тоже покажем. Ничего, мы тут все. Все, что естественно, то не безобразно. Пожалуйста, еще вот с такими вот узорами. Смотрите, тоже красивенько. Сексуальненько. Также, наверное, цена, да? И также 1300 оптовая цена. И также размеры 56-62. Да, узорчик другой. Продолжаем по брючкам. Мы их покажем. Вот такие вот, смотрите, тоже брючки лосины. Обратите внимание, как интересно здесь сделан сзади. Это вот очень, на самом деле, хорошо. Потому что не давит нигде ничего. Лучше, вот, чем замки и молнии, и вот эти вот пуговицы, лучше вот так вот. Ну, также, да, лосина получается. Брючки лосины. Кожаные такой, эко-кожей, с ставкой. Тоже красиво смотрится. 50-60, 1200 оптовая цена. Также напоминаем.
Так, вот такие вот кожаные, смотрите, ну эко-кожа, да, имею в виду, и стразы для любителей, тоже должны красиво смотреться. Это тоже имитация, это не замок, все так же на резинке. Также цена, напоминаем, 1200, размеры 50 по 60. Так что вот, пожалуйста, чтобы не жаловали, что нет на нас есть, на вас очень много. Пожалуйста, корпус А, линия 1Г, павильон 82. Приезжайте и заказывайте. Вот такие вот тоже, кстати, сделаны, как велюр. Ну, да, или микровельвет, такой вот 62 по 68 размера. И здесь... Девочки, не обязательно черный, например, здесь также можно любой свой верх, можно светлый верх, можно ну, футболку такую же, кофточку тоненькую. Также, напоминаем, 1200 цена. Вот еще тоже прекрасные брючки, тоже джоггерами. И кроссовочки, и какую-нибудь тоже... Они, наверное, утепленные? Нет, они вот такие на весну. Уже то, что сейчас надо, как говорится. Также на резиночке, также кармашки и грудь. С кроссовками размер у нас как бы 50 по 60. Также напоминаем, цена 1200. А также мы вам покажем еще тунички. Тунички здесь тоже много. 56 по 62 размера. 7 восьмых рукав. Тоже сеточка. Вот такая, да, как бы аккуратненькая. Опять же, да, как бы в темном цвете. Но попозже будут у них красивые летние, весенние рубашки. И они яркие, красивые. Поэтому рубашки, они... красивые, яркие. Тут тунички, пусть темненькие будут они. В любом случае, практично. Ну, разбавить. Разбавить можно всегда. Вот такая. Мы ту не говорили размеры, цену. 56 по 62 и 1400 оптовая цена. И, наверное, тут также. Нет, тут 60. 56-62 и также цена 1400, правильно? Вот, пожалуйста, такая вот туничка. К таким туничкам, как вы видели, много выбора есть. Огромные красивые модели. Брючки, лосины. Ой, пожалуйста, белый цвет. А то там, может, кто-то жалуется на экране. Где там белый? Вот, пожалуйста, в белом цвете туничка. Тоже красивая, с кармашком. Размер у нас также 50 по 60, цена оптовая 1300. И вот еще, смотрите, в таком электросинем цвете. Тоже прелесть прелестная, чудо чудесное. Пожалуйста, радуем вас. Почему бы и нет? Цену говорили. 62 по 68 размера. Вот такая вот интересная туничка, платье. Кто-то может как платье, кто-то как туничку. Кому как удобно. Кстати, она тоже такая слегка А-образная. И цвет такой вот синий. Морская волна. Или... И в черном цвете тоже. А цену мы говорили, да? Ну, на всякий случай, вдруг не говорили, повторим. 1400 оптовая цена. Черненькая и такая вот синяя. Или морская волна. Так, это мы показали. Что мы еще не показали? Давай вот эту туничку покажем красивую. Вот эта вот. Да, она такая красивая. Шанель воротник. Разноцветная. У нас это туничка, одуванчик размера 50-60. С 50 по 60. Вот смотрите, какая интересная штучка красивая. И 7 восьмых рукав. И цена тоже оптовая красивая. 1200. Горчица. По очереди показываем. Делаем скриншоты и заказываете. Цену говорила, размер сказала. Знаешь, такой электрик. Успеваете скриншотить. Красная. Ой, мой любимый цвет. Пожалуйста. Наверное. Так, и еще какой цвет? Черный, темно-синий, зеленый. Черный и темно-синий. Да, в принципе, ну и на сайтах тоже будет все указано. А еще что не показали? Вот, еще вот эту вот красивую. Сейчас еще вам покажем яркую тоже туничку. Салатовая, синяя, горчица, таракот. Я, смотрите, сколько цветов выучила. Салатовая. По мне она зеленая. Ну, в общем, смотрите, вот такая интересная тоже, кстати, подойдет. Там есть лосины красивые, брючки кожаные. Очень красиво будет смотреться. Я даже вот сейчас я вам быстренько соединю их. Смотрите, например, вот так вот. Ну, красота же. Видно там хотя бы? Ну, вообще красота. Здесь можно создавать интересные луки. Так, 56-62. Цена? 1300. Делаем скриншот и заказываем. Такой цвет электрик и вот такой таракот. Ой, она еще и черная, и белая есть, и бежевая. Ну, мы не поленимся и потихонечку покажем. Вот, пожалуйста, еще и черненькая. Не, ну, правда красивая, такая свободная, и как спорт. И здесь нет никакой возрастной категории абсолютно. Кто хочет, тот носит. И такой песок, ну и белая с черным тоже. Смотрите, море цветов. Правда. Как раз то, что нужно на весну. А вот вдруг бывает скучно, а вот надо что-то приобрести. Вот, пожалуйста, достаточно даже одной туничкой поднять себе настроение.
Тем более, когда есть размеры 56 по 62, по 62, да, оверсайз. А цена у нас 1300 оптовая. 1300 оптовая цена, пожалуйста. Артемушка, с 9 утра, конечно, он добрый. Почему бы не быть добрым? В 9 часов прийти на работу. Красота! Показываем вот такую красивую туничку с 58 по 64 размера. Вот такая вот красивая моделька. Сзади аккуратненько, без всего. Спинка гладкая. А здесь у нас с добавлением эко-кожи. Цена оптовая 1400. Шанель воротник тоже идеально подойдет на любые брючки, лосины. Кожаные брючки можно. Рукавчик 7 восьмых. И тоже обратите внимание, какой крой. Реально очень удобно. 64 по 70 размера. Прекрасно. Пожалуйста, тоже 7 восьмых рукав. Полурегланчик. Тоже такая интересная моделька. Ну, и вот так вот покажем, чтобы понятно было, что там слегка, получается, попа прикрыта, паховая зона прикрыта. Туничка. Также цена оптовая 1400. Ой, тут еще что-то красивое вижу. 62 по 68 размера. Смотрите, вот такая черная с пудровым цветом. Такой интересный Шанель воротник. Французский апаш. Вот такой вот цвет, красивый электрик. И вот такая черная с белым. Тоже размеры какие мы говорили? 62 по 68 размера. И также цена оптовая 1400. Так, покажем еще для наших авторитетных девочек. 64 по 70 размера. Вот такая вот моделька в черном цвете. Также 7 восьмых рукав, полурегланчик. Обязательно это место очень удобное, широкое, свободное. Ну и с кармашками. Также вот смотрится она и без вот аксессуаров, пожалуйста. Спинка ровненькая, аккуратненькая, без надписи, без стразов. Цена также 1400, да? 56 по 68. Также туничка. Очень красиво, кстати, сделана. Можно посмотреть поближе. Ну, такая интересная фактура ткани. Цена также оптовая 1400, правильно? Да. И Шанель воротник. Пожалуйста, красота? Красота. Так, давайте мы вам покажем, уже там неудобно доставать, но мы слегка вам покажем на наши верхние моделечки. Вот посмотрите, наши тунички такие слегка яркие, 50 по 60 размера по акции, сейчас они идут по 1000 рублей, оптовая цена. Ну такие, да, как бы на повседневку шикарно подойдет, или кому-то на подарок, да. Дальше что? Ну это мы оптовую цену называли. Да. Дальше, вот платье, смотрите, у нас там 60 по 70 размера. Платье практически все по одной цене. Один. Какая у нас оптовая цена? Там разная цена. В общем, если вам понравилось, делайте скриншот, отправляйте, сориентируй по размерам и по цене также. А вы можете диапазон. Не все в наличии. От полутора до двух. От 1800 до 2400. Ну, от 1800 до 2400 цена, в принципе, оптовая. Размеры 60 по 70. Там уже, в принципе, ну, это как бы на любителя. Кому понравится, да, кому нужно, пишите, заказывайте, выбирайте. И что мы еще хотели показать? Мы еще хотели вам напоследок показать у нас костюмы. Костюмы и жилеты, да, красивые, интересные. Я вам опять же напомню, что Артему можно писать с 9 утра до 5 вечера. Он принимает заказы, он занимается этим. Мне, я просто вела обзор, так как они просто мои друзья, я для них просто вела обзор. А также я осталась на своем месте, где вы меня и знаете. Тут просто вели обзор, а также пишите, заказывайте. Реально, здесь очень красивые модели на пышных девочек, на наших королев, как я говорю, авторитетные дамы. Вы видели, прекрасный выбор. Есть и спокойные, есть и яркие, то есть на любителя. Ага, вот Артем уже несет. Кстати, очень красивый костюмчик. Пожалуйста, на весну, мне кажется, то, что нужно. Размеры у нас, смотрите, 56 по 62 размера. Мне кажется, прекрасно подойдет на повседневку любой девочки, любого возраста. Кроссовками и вперед, как говорится. Цену мы говорили? 2000 все костюмы. 2000 оптовая цена всех костюмов. Вот такая вот моделька, тоже смотрите, на молнии, с брючками. Размер 58 по 64. Да, по 64. Также красный и черный. Вот тоже с капюшончиком удобно. То есть, я говорю, на весну себя побаловать, просто порадовать, пожалуйста. 52 по 58. Вот такой вот костюмчик. Шанель воротник без страз. Смотрю я, он просто такой аккуратный. Давай хотя бы тут покажем брючки. Брючки у всех практически на резинке, удобные, комфортные. Пожалуйста, и кроссовочки, или кеды, и вперед. Цена также 2000, напоминаем, это оптовая цена. Вот такой, кстати, костюмчик тоже интересный, свободненький, стиль оверсайз. Размеры 56 по 64, да, Артем?
по 56 по 62 размера. Также цена оптовая 2000. И тут еще я один вижу красивый. Мока или коричневый, тоже смотрю, интересная моделька, на молнии. Ну, вот смотрите, я попытаюсь показать по видео хотя бы, если видно. Хорошая фактура ткани, на самом деле они очень классные. Вот так вот, 58 по 64, с капюшончиком, тоже интересный. И брючки обычно на резинке. Также напоминаем, цена оптовая 2000, ничего не страшного. Ага, продолжаем по жилеткам. Ой, смотрите, на весну вообще как раз то, что надо сейчас. Жилеточка тоже А-образная, красивая, косуха. 56 по 62. Да. Цена оптовая 1500 всего лишь. Смотрите, какие интересные надписи, какие интересные расцветочки. Пожалуйста. И хорошие размеры, и цена прекрасная. Сейчас жилетки как раз на ура пойдут. Так, это мы показали. Теперь покажем еще вот эти, да? Да. Давай. Это мне уже нравится. Черное с желтым. Девочки, можно и так тоже. Размеры также у нас, да? 56? 56-62. Также цена. А, здесь уже 2000 оптовая цена. Синтепон пятерка, он более теплый. Здесь чуть-чуть побольше синтепона. Более такой, ну, если будет холодно. И вот такая, как говорится, городская. Ая, классика. Какая красота у нас здесь сзади, пожалуйста. Тоже очень красивая моделька. Размер также 56-62, да? Да. Две? Оптовая цена 2000. Мне этот прям понравился. Я вам сейчас попрощаюсь с вами и для вас его одену. Прям прелесть. Смотри, какая красота. Ну, прикольненько, мне понравился. Значит, размеры соответствуют, как мы вам говорили. Кстати, девочки, кто за рулем, если автоледи, обращайте внимание. Очень удобно. Замочек не до конца сделан. Так что можно и в пир, и в мир. Пожалуйста. Мы, наверное, на этом попрощаемся с вами. Артем вам сейчас тоже... попрощается с вами лично. Мы передадим ему микрофон. Можно попозировать тоже там? Да. Да. Ладно, начинайте. Сейчас. Раз, два, три. Не теряйся. В общем, спасибо большое вам за просмотренный обзор. Меня зовут Артем. Наконец-то мы с вами уже познакомились. Сколько обзоров мы провели. Вот впервые вы меня уже видите. Прием заказов интернет-магазина с 9 утра до 5 вечера по Москве. Заказы вы можете присылать абсолютно в любое время, но они будут обработаны сугубо в рабочее время. Поймите, пожалуйста, мы люди, мы отдыхаем. Отправки у нас в день оплаты транспортной компании почты с понедельника по пятницу, возможно, даже с субботы, но на усмотрение курьера. Также весь ассортимент, который вы сегодня посмотрели, это не все наше наличие, это сугубо сезонное наличие. У нас очень много летних, весенних товаров, зимних товаров. У нас много всего самого интересного. Переходите по указанным контактам в Telegram, рассылку в каталог ВКонтакте. Связывайтесь по номеру телефона WhatsApp, пишите нам ВКонтакте, пишите нам везде, вам везде ответим. Меня зовут Артем, с нами была наша прекрасная Аня. Спасибо большое за просмотренный обзор. До новых встреч. До новых видео. Пока-пока. Пока-пока.